Хочешь скинуть несколько килограмм? Мечтаешь о красивой фигуре? Тогда тебе нужен биостимулятор AB Jimmy. Сгонять жир, качает мышцы. Сделай заказ прямо сейчас. Переходи по ссылке, не упусти свой шанс. Всем привет. О, и Надя сразу же присоединилась. Ты меня добавила? Лена, привет! Посмотри, у нас какая красота. Асланчик, это ты? Привет, 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 привет. Спасибо за лайки. Короче, я освободилась сегодня уже с работы, и поэтому иду играть на мафию. Аслан, я же говорю, рано освободилась. Чё, сидеть на работе? Не хочу я сидеть на работе. Вперед, вперед. Бегу уже. На скорости. Там, правда, сейчас еще все равно никого не будет. Ну, с Надей посижу. Она тоже рано освободилась. Хорошо, Андрюша, передам. Ты где живешь? Ну, я живу в Дубае, но не здесь, не в этом районе. Ой, что-то играют на поле боя. Вам что-то видно вообще, нет? А, это они на коленках ездят на этом хоффборде. Ой, дурачье. Тепло, хорошо. У меня будет недолгая трансляция. Это Дубай, детка. Москва, Сити. Москва. Звонят колокола. Москва. Чё? У нас уже вечер. На, из меня певица. Так себе. Арабский. Пыталась, на один урок сходила. Ну, что-то лениво, если честно. Не очень. Не очень хочется. Пока что. Тьфу, жую жвачку дурацкую. Она ко мне пристала. Куда-то ее надо выплюнуть. Работаю. А что спеть-то? В лесу родилась елочка. В лесу она росла учителем. Учитель русского языка. Армада. Так. Там не знаю, что за комплексы стоят. Я сейчас иду в самое, да, самое высокое здание на GLT. Алмаз Тауэр называется. Дубай. С учетом того, сколько мы здесь тратим, это все фигня. Не знаю, я тоже этого не понимаю, что их всех так тянет в Дубай. Такие все уж дикие прямо. О, хочу в Дубай, хочу в Дубай. Что здесь делать-то? Хотели бы куда-нибудь в другое место, не знаю. Я просто сама здесь нечаянно оказалась. Меня пригласили, я подумала, а почему бы нет? А не так, чтобы я об этом думала, хотела. Блин, где здесь пройти-то? Наверное, через поле не пройти. О, это что тут кинчик показывают на улице? Ой, сцена какая-то. Что-то они там делают. Привет. Сейчас
что-то там такое. Ну-ка, сейчас я вам покажу. Травка. Вот чем мне нравится Дубай, это тем, что здесь тепло даже зимой. Классно, можно сесть, посидеть. Что там они? Мультики смотрят, прямо на улице танцуют. Детская дискотека, короче говоря. На травке. Попкорн делают. Ой, я в песочницу какую-то залезла. Спасибо за лайки. Я не знаю, что показать, что рассказать. Скажите мне. Ой, в горку забираюсь. На меня-то не интересно смотреть. Сейчас меня, знаешь, сколько денег снимут за эту маленькую трансляцию на улицу? Цветочки красивые. Плохо видно, да? Везде цветочки. Хорошо. Мафия. Почему у Джурабека? Мафия с Джурабеком. А мы будем в кафе «Ля Терраса» называется. Алмаста. Сейчас 20, может 22. Я сейчас по этому мосту буду переходить на ту сторону улицы, потому что здесь. Но я уже к тому времени с вами распрощаюсь, наверное. Я, скорее всего, знаете, когда на мафии буду сидеть. Там будет Wi-Fi, вот оттуда я подключусь, чтобы бесплатно что-нибудь транслировать. Там можно будет что-нибудь поболтать. Окей? А сейчас пока.